Можно сказать, что мы были друзьями, а точнее, очень близкими по сути. Его Богом была правда. Мне уже тогда стало ясно, что это человек, воплощенное телевидение. Это вот человек, который сам и есть телевидение. То, что он сделал, еще никто не увидел, потому что еще пока не показали, но это уже существует. Оно уже есть, телевидение. И вот оно вот выглядит вот так. Основная задача журналистики в, как мы сейчас говорим, в святые 90-е была критика власти. Он снял сюжет где-то под Львовом в лесах. В лагерь подготовки вот этого Унаунсу. Это вот те самые эти, которые были на Майдане, и сейчас вот то, что происходит. Представляете, это 89-й год. Я уже по четвертому реактору бегал с ними, там что-то такое снимал. Ну, мне туда послали. Я не считаю это каким-то подвигом. Это просто была нормальная работа, понимаете?